Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. А сегодня я отреагирую не на кей-поп, сегодня я отреагирую на такое, я так понимаю, танцевальное перформанс какое-то видео, сомневаюсь, все хитрее, под кодовым названием The Movie. Есть такая серия роликов, Lilies Film, в которых играет какая-то музыка, которая преимущественно не имеет отношения, а, по-моему, вообще не имеет отношения к кей-попу, и под нее танцует Лиса. Это такие были чисто перформанс-видео, и некоторые из них завершились чудовищным образом. Например, в одном из них Лиса там сидела на полу, очень красиво делала ножками, и эти ножки просто отрезали, и потом, представляю, к чему только не попались, потому что это была шикарная картинка, и она идеально сочеталась со всем остальным. Я лично для своего сайта сделал сочетал ножки Лизы с Соником и с одной из героинь из мюзикл-кошки, прости господи. Первый раз получилось красиво, второй раз получилось просто смешно. В общем, это забавно, это забавно. И это очень красиво, потому что Лиса шикарная танцовщица, прям-таки замечательная, очень изобретательная, очень пластичная и так далее и тому подобное. Не зря она на US with You 2 была ментором, была судьей, и вот она в этой роли смотрелась очень здорово и убедительно. Лиса, няша, ко всему прочему. Вот, до этого, значит, 4 были перформанс-видео, а теперь, наконец-то, The Movie. Видимо, что-то полноценное сюжетное. Вышла она 12 февраля, почему не отреагировал до этого? Ну, по-моему, ее ответ очевиден, потому что я балбес. На самом деле, потому что я просто этого не заметил. У меня это предложки нигде не влезало, я этого не видел, я про это не знал. Пока мне в комментариях не написали: Михаил, ну как так? Там миллионы просмотров собирает, да, уже 22 миллиона просмотров это видео, а вы до сих пор не отреагировали. Я и на все реагирую, что миллионы просмотров собирает, но вот на это почему бы и нет. Срежиссировался тоже товарищ этот фильм, Энтони Кинг, насколько я понимаю. Хореографию ставила Чешир Ха, такая танцовщица и хореограф. Она и в предыдущих роликах мелькала, видимо, в этом тоже будет. Ну а под песню это все происходит, прости господи, Destiny Rogers Tomboy. Я ее не слышал, не знаю, так что в любом случае, давайте посмотрим, хотя бы один раз. Вряд ли на это будет два раза реагировать, потому что, ну, нет смысла песню слушать два раза. Я думаю, хотя вдруг она будет классная. Но давайте, 3, 2, 1, перед началом реакции прошу подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. И спасибо большое моим спонсорам, Катарине, Шуре, Пихантеру, чуть не сказал Тумбою, Пихантеру и всем остальным людям, которые меня поддерживают на Патреоне. А теперь можно реагировать, наконец, чистой совестью. Жду красот танцевальных. Прям ух. The Movie идет всего 3,5 минуты или 3,40, я не помню. Но, о, это Лиса. По-любому. Костюмчики. Да, Лили фильм. Причем здесь написано Лили фильм. На YouTube написано Лилис фильм всегда. А вот Чеширха была с кудрявыми волосами. О, заходит такая красивая вся из себя Лиса. Причем с остальной маской сидят, а она без... О, началось. Это еще такая групповая хореография. Просто в центре Лиса. Угу. Окей, Чеширха ставит ей хорошую хореографию во всех этих роликах. Вот это классно. Такой привет из брейкданса. Она к минимум разнообразная очень. Окей, пошла секси-часть. До этого был такой чуть ли не хип-хоп, но брейкданс. Опять просто секс пошел. Еще красные цвета. Вот эти изгибы постоянные, которые просто... Уф. Какая хорошая групповая хореография, слушайте. Работа друг с другом. Это прям... Она пластична, но при этом местами агрессивная вполне себе. Я уже было думал, что она повторит знаменитый жест из
О, да. А тут даже хореографии не нужно. Лиса просто стоит, делает вот так. И у людей крыша сносит. Вот, за столом особенно крыша сносит. Блин, 10 не все. Слишком мало. Блин, это все. Зараза. Че так мало-то? Окей, ладно, такое нужно посмотреть еще раз. Ну, просто потому что почему нет? Вот отсюда, например. Песня, кстати, неплохая. Для фона. То есть, нет, она меня не цепанула, но она... Они нормальные песни подбирают. I'm a girl's girl. Как она по своему хвосту проводит. Мне некоторым девушкам очень идет костюм. Хотя он не такой широкий, ну, а-ля для хип-хопа. Да, и главное, хореография очень хорошо под музыку подходит. Как только слегка меняется музыка, меняется хореография. Я не очень понимаю, правда, почему это The Movie. По факту это тоже абсолютно хореографическое видео, как и раньше. Блин, это выматывающе, наверное, очень. Ух. Она еще посмотрела на него так, типа, Интересно, зачем они все в таких мощных... Как они называются-то, господи, с головы вылетело. На лист посмотрел, с головы вылетело. Не, ну увидели? Мне еще поднимается так с движениями, рывками. Да. Думал один раз посмотрю, пришлось два. Потому что от этого, конечно, оторваться визуально физически невозможно. Ёлки зеленые. Чеширха, Бадали, Монро Ли, Дезел Ким. Ну, это два мужика, понятно, которые с ними танцевали. Там же два было мужика. Надеюсь. Или один был. Блин, я не помню, слушайте. Нет. Почему мне показалось, что здесь мужики есть? Потому что это самое, все, меня глючит уже яростно. Не было с ним мужиков, это все девушки. Да. Когда я говорил про движение вот это, я имел в виду, что это похоже на... Сейчас. Из головы название группы вылетело. Представляете, до чего люди меня доводят? Конкретно Алиса. Это просто нечестно, на самом деле. Сейчас найду и скажу. Да, разумеется, Stellar Marionette. У меня из головы вылетело Stellar. Почему-то, не знаю. Вот. Все, Лиса виновата, вините ее. И плюс я клип искал. В общем-то... А, нет, стоп, раньше. Вот этот момент, момент. Я было подумал, что она сейчас делает вот так. Но, слава богу, нет, они, хореограф Лисы, от этого удержалась. Она просто взяла себя за попу и погладила ноги. Все, она вот этого очень странного и непонятного движения не сделала. Так что здесь все-таки так прошли про грани нормально. Получилось просто сексуально, а не сексуально с перебором. Вот, я так скажу. Вообще у Лисы всегда сексуально с перебором, просто потому что она Лиса. Ладно, товарищи, реакция странная для меня. Не на песню, а на танец. Я такое делаю редко, но ради Лисы, пожалуйста. Вот, а вопрос к людям, которые снимали клип с Момо для Юка Диди.
Вот так надо делать. Ну, вот так надо делать. Не надо это нарезать яростно. Делайте вот так, делайте красиво. Хотите кому-то в пару поставить, поставьте. Наймите, блин, нормального хореографа. Позвольте самой, например, там, Момо что-то сделать. Вот это просто по качеству видео, по качеству именно хореографии, это небо и земля абсолютно. Так что, сорян. Ладно, все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. И поставьте лайк, подпишитесь. Если вы хотите видеть больше подобных реакций, то для этого нужно подписаться на Patreon. Тогда там можно заказывать всякое разное, в принципе. Вот. И спасибо всем, кто уже подписался.